О том, как Джастина Трюдо оштрафовали за очки, и о том, как пережить развод по рецепту Джонни Деппа. Обо всем этом прямо сейчас. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо оштрафовали на $100 за то, что не задекларировал подарок – две пары очков. Согласно законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех презентах, стоимость которых превышает $200. В окружении Трюдо оправдываются все из-за административной проволочки. Скандальная куртка первой леди США Мелании Трамп с надписью «Мне вообще-то плевать, а вам», в которой она отправилась навестить детей нелегальных мигрантов, спровоцировала новый флешмоб. Дизайнеры и художники начали выпуск курток с надписями «Никому не должно быть плевать, мне реально не плевать, а вам разве нет?» В США скончался один из основателей группы «Пантера» – барабанщик Винни Пол. Причины смерти не называют. Группу «Пантера» основали школьные друзья в 1981 году. За всю карьеру коллектив выпустил 9 альбомов. Продано более 40 копий пластинок. Пил водку и плакал. Так Джонни Депп переживал развод с Эмбер Хёрд. Актер признался, что боль от расставания была невыносимой. Ему даже пришлось обратиться к психологу. От глубокого падения Деппа спасла пишущая машинка. Свои переживания актер вылил в новых мемуарах. Маккартни взорвал интернет выступлением в караоке-шоу. За 2 дня видео с его участием в проекте Джеймса Кордена «Карпул караоке» просмотрели почти 6 миллионов раз. Караоке-такси колесило по улицам родного для Маккартни и Ливерпуля. Музыкант исполнил свои самые известные хиты и вдобавок устроил выступление в одном из пабов. С Международной космической станции запустили спутник Рему в дебрис, предназначенной для очистки околоземной орбиты от мусора. По данным НАСА, там сейчас находится около 8 тысяч тонн космических отходов. Рему в дебрис будет использовать сеть и гарпун, а также 2 спутника-помощника.